на видеосервисе ОКО состоится премьера второго сезона остросюжетного сериала «В клетке», выход которого ожидается 7 октября. После смерти Рубена империю возглавляет его мать, бабушка. Ее политика – страх, а неугодных она убирает. Единственное условие выживания в империи – беспрекословное подчинение. Но главная ее цель – месть за сына. Под угрозой оказываются все – Волчок, его семья, Док, Вера, Надя и Изабель. Дилер становится правой рукой бабушки. Его цель – вернуть Ольгу и Тимофея. Новый глава службы безопасности бабушки, Герман представляет интересы кого-то еще и, выполняя приказы бабушки, делает все для того, чтобы империя рухнула. Волчок пытается найти себя и свое счастье, но затем ввязывается в новую игру, выход из которой только один – вернуться в клетку. В ней он один на один со своими страхами, и только от него зависит, победить или быть никем. Док пытается реализовать себя. Он хочет триумфально вернуться, а для этого тренирует бойцов, пытаясь создать свое продолжение, реализуясь через него как истинный профессионал. А в то же время Изабель и Надя после убийства Рубена с трудом приходят в себя. Изабель осознает, что Надя становится для нее единственным близким человеком. Главные роли в сериале исполнят Павел Прилучный, Екатерина Маликова, Владимир Епифанцев, Артур Ваха и другие. Премьера второго сезона остросюжетного сериала «В клетке» состоится 7 октября на видеосервисе ОКО. Приятного просмотра и не забудьте подписаться на наш канал.